Дамы и господа, всех приветствую. Говорит Евгений. В данном видеоролике я покажу, как играть на последних версиях любимых сборок через Curious Forge на пиратке. Для начала скачиваем лаунчер Майнкрафта, если по какой-либо причине он не был у вас закачан. Я оставлю ссылку на этот лаунчер. После нужно переместиться на сайт Curious Forge и закачать его. Ссылку я также оставлю в описании. Далее в Curious Forge нужно найти и установить интересующую вас сборку. У меня это будет Craft to Exile 2. Когда сборка установилась, нам нужно открыть папку, в которой она находится. Для этого кликаем на три точки и выбираем Open Loader. Теперь нам нужно узнать, какую версию использует сборка модов. Открываем файл manifest.json и смотрим на вторую строку файла Versions. В моем случае версия 1.20.1. После того, как мы узнали версию, копируем файлы в папке сборки и открываем корневую папку Minecraft. Это можно сделать двумя способами. Кликаем на ярлык лаунчера по кнопке мыши и нажимаем на кнопку расположения файла. Второй способ. Нажимаем сочетание клавиш Windows плюс R и вводим путь, который я оставлю в описании. Теперь, когда мы открыли корневую папку Майнкрафта, нужно туда перекинуть файлы сборки, которые мы скопировали, и в лаунчере выбрать версию Forge, которая написана в манифесте. Это все. Спасибо, что посмотрели данное видео. С вами был Евгений. Удачного дня и спокойной ночи.